В Херсоне может остановиться весь электротранспорт. Местные депутаты не выделяют на него денег. И горожане устроили сегодня митинг возле горсовета, где в это время проходила сессия. Требовали увеличить финансирование школ, больниц и коммунального транспорта. Они уверены, денег в бюджете даже больше, чем необходимо. Особенно людей возмутило то, что на второе полугодие депутаты не запланировали ни копейки для компенсации проезда льготников. Настолько крупные города везде, там все оплачивается. А в Херсоне нас даже это забрали. И пытаются, что мы вообще теперь будем или нищими, или ходить бы. Я даже не представляю, что это будет. Для нас это очень чувствительно, для пенсионеров с минимальной пенсией. На данный момент в Херсоне образовался профицит бюджета порядка 100 миллионов гривен. При этом городская власть во главе с мэром цинично урезала социальную сферу. То есть медицину, образование и культуру. 200 тысяч всего запланировано на все больницы города из необходимых 2 миллионов.